Не поделили дорогу. Легковушка и мотоцикл столкнулись в Верхней Салде. Шансов выжить у байкера практически не было. В результате ДТП водитель мотоцикла, гражданин 1997 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомашины не пострадал. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель ВАЗа совершал поворот налево и не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо во встречном направлении. Удар был такой силы, что байкер погиб на месте. Мужчине было 49 лет. В момент аварии он был в мотошлеме. Во что